Всем привет, и сегодня будем играть в игру под названием War Thunder. Так, награда. Понял. Что-то огромное, трофей, а этот маленький, почему, не знаю. Можно вот это. Ладно. Ой, надо взять активировать. Можно активировать. Так, у нас сейчас БТ-7, понятно. Короче, в прошлой серии я вам обещал большой флот протестить, но я не знаю, работает или нет. О, работает. Погнали в борс. Ой, короче, снова моря будем покорять, как в прошлой серии. Так, короче, понятно. Сейчас, получается, нам сообщение пишет. Офигеть, а это ничего интересного нету. У меня, получается, резерв 3 есть и фронт Z, это советский. Ой-ой-ой-ой-ой, а что за джин? Ой, что я сделал? Ой, нафига я это сделал? Ладно, я что? Ой-ой-ой. Что такая сильная домоваха? Домовуха. Домоваха, блин. Ой, жестко. Что я сделал? Постреляю. Уф. Надо потише звук сделать. Тихо. Я все так делаю. Как всеми пушками стрелять, у меня их много, я вижу. Поплыли. Чё так медленно? Опа. Как боевая, 4, где 4000? Что? Офигеть, вот это уже 6,1 километр. Финиш. Лево? Лево это сюда. С чем нам туда? Ой, что это за штука, смотрите. Типа торпеду кто-то пустил, а нафига? Ладно. А, ну все, еще плывем. Вот так сделаем. Они уже стреляются, как я вижу. Я тоже хочу. А как? А как стрелять? Ой. Кто стреляет? Мне кто-то попал. Тоже умею стрелять? А я попал в кого-то? Мне чисто интересно. Ну, блин, 3 часа будем на эту С добираться, да? Тихо. Ё-моё, извини, братан. Очень медленно. Прям медлющий. По приколу стрельнем? Куда? Господи, блин. Ой, опа. Нету никого, да? Ой! Что? Ты в меня попали. Больно. Очень больно. Ладно. Не больно. Сколько мы плыть будем, а? Очень долго. Ой, это как? Ладно. Я чё попал? Ладно. Опа, первые морские приключения, да? Я могу свою пушандию как-то повернуть, типа? Ой, вон там еще. А я попал? Ладно, поплыли. И... Куй железо. Так. Где они? Я не знаю. Ой. Ой, привет. Ой, я попал. Конь. Стреляйте.
Кто мне стреляет? Меня сзади стреляют. В него надо, да? На. Ой, я попал. Ой, меня уже стреляют. Кто это там такой смелый? Чё, это ты? Да, вы такие смелые, да? На, получи, а. А как поблагодарить? Спасибо. На. Гонь, огонь. Попали, короче. Да ничего не видно. Домовую. Домовуху. Сейчас домовуха будет. Ой-ой-ой. Огонь. Ты его сейчас повалим. Убили. А! Ой. Я ничего не вижу, да? Ё-моё. Я не вижу ничего. Что это за штуки? Где я? Что? Плываем отсюда. Плывем нафиг. О, я вижу теперь. А, я-то все время назад плыл. Ладно. Отлично, что сказать. Поворачиваем. Очень-очень долговато будет. Ё-моё, нас сейчас перегрузит туда, походу. Ух, как прикольно. Давай победим. Нафига? Не хочу назад. Все, поехали. Поплыли. Очень долго идет. Ну, надеюсь, уже красная шкала вообще закончится и пойдем, короче, в танковый бой. А как я ее преодолею, если я медленный? Ладно, в малом флоте я хорошо преодолею ее, а тут... А ее и заносит. Огонь! Огонь! На поражение! А кому поражение? Давайте, давайте вот это сделаем. Ой, зачем мне это сидеть? А где это опасно? Ой-ой-ой, сейчас будем овраг переходить. Остановитесь. Остановитесь. Господи. Ой-ой-ой, я просто немного... Блин, и дым. Ну, все, мы выиграли, ребята. Да, вот так вот получилось. Короче, сейчас пойдем в танковый бой, да? Ой, колесики. Лязать. Так, пропустить это все не нужно. Шпион, аккаунт закончился. К не нужно мне подписаться никто. Ой, вот это нам нужно. Ой, надо купить докование. Докование это нам нужно. Сейчас, знаете, нам вот это надо. Это еще надо и купить, да? Ладно, у меня много таких денежек. Это тоже исследовать хочу, да? Хочу купить. Приводы за, да. Исследовать хочу. И это исследовать хочу. Больше ничего не хочу. Так, значит, идем в армию.
Нет, ну не, я имею в виду не в армию, а в армию. И сейчас вот гнали танковый бой один. Полетели. Ой, поехали. Так, обучение истребителя, это нам надо. КВ, КВ1Э. Так. Давайте быстренько один бой. Надеюсь, успеем. Так, ну быстрее, ну быстрее, ну быстрее. Т-28, поехали. Т-28 это хороший танк, но потом на БТ-7 поедем. БТ-7 больше в уровне, чем Т-28, это помассивнее. Это видно. 1938 года. До 1937. А это 1933 вообще. Ладно, поехали. Хорош. Поехали. Куда мы едем вообще? На А едем. Понятно. Я лучше с вами, пацаны. На Б лучше поеду. Потому что эта штука обнадеживает, смотрите, машинка. Вот. А еще пулеметики. Огонь на поражение. Круто. Хороши. Ой, я застрял. Все, поехали. Ой, ой, началось? Да, надо вот, надо по прямой все равно ехать. Ай! Так нечестно! Крыса. Сидят в своих машинках и все. Поехали. Что я делаю? Все, поехали. Туда нам надо. Или по прямой. Да, по прямой. Короче, куда мы поедем? Та машина очень долго, это побыстрее будет. Адольф Сифлер. Это какой-то чел из противников Адольф Сифлер. Очень крутой чел, наверное. Осуждаю. Копапа. Ники. Ники у них, конечно, интересно. Почему-то наших по большей части убивают, но выигрываем-то мы. Да, это странно. По идее, еду я правильно, по идее, неправильно. Что сказать? Еще лучше. Вообще задыхаем по полной программе. Я еду по открытой местной дороге. Что может пойти не так? Я сюда ехаю, почему меня убивают именно когда я просто меня убивают, я даже ни в кого не стрельну, вы это понимаете, меня сразу убивают. Вот почему так сложно танки качать, ё-моё. В самолетах-то легче будет.
охренел, что что он такой умный, это ты умный, да? Леща дам. А, ну да, мы стали проигрывать. Круто. Чё, поехали на А? Что-то у меня с голосом. Ладно. Сейчас быстренько захватим. Расстрел. Ой, смотрите, как могу. Оп, могу. Телевизор перезаряжается. Ладно. Наконец мы что-то начали делать, да? О, мы и А начали захватывать. Круто. Поехали. Мы перестали захватывать А. Интересно, почему? О, это враг. Подожди! Меня забыл. Кто без меня поехал? Где он тут? Бал. В смысле, я не понял. Он не мог так быстро развернуться, вы чё совсем? Ладно, придется на этом видео закончить. Не получилось немного поиграть. Меня сразу убили, как всегда, в принципе. В принципе, все всегда именно в меня стреляют. Это уже обыденно. Да. Вот так вот. Ладно, кому понравилось это видео, ставьте лайки. И в следующий раз, завтра, наверное, ой, я в бой нажал, ё-моё. Завтра, ой, надо починить. Завтра я либо что-то там, может быть, и растение против зомби, но не точно. Я хочу завтра еще раз War Thunder снять. Я буду, короче, вот на просто два боя техники сделаю, а может и три, потому что меня кто-то убьет. Всем пока!